Здорово, чуваки. Анимации сегодня не будет, но я могу показать вам Морриса. Привет! Здорово! Привет! Вот, ну что, начинаем? Всем привет, друзья! Вот мы сегодня снова собрались. Мы теперь снова маньячка поиграть решили. На этот раз у нас маньяк Эмеральд. Он играет за охотника, траппер-охотник. Так, друзья, ну что, готовы? Да. Так, да, пойдемте тогда. Так, в этот раз нам нужно собрать, друзья, два колеса для машины и все. Теперь мы начинаем вот так. У меня две аптечки, это мои навыки. У Вики меч, а у Морриса... Да, у меня свеча. Свеча, блядь. Самое полезное. Эмеральд от нас спрятал куда-то два колеса. Нам нужно их найти и, собственно... У нас добавились теперь клетки, да. Проигрывают. Мы проигрываем, когда нас ловят всех в клетке. Либо просто убивают. Но Эмеральд убивать просто так не будет. Так, давайте лутать дома, друзья. Да, так, Моррис с Викой, туда идите, и все, я тут. Да, давайте. Он хочет уединиться, Моррис, пошли. Нет, тут ничего нету. Чуваки, я вообще расслаблен. Ой! Ну где же вы, ребята? Что же вы... Блядь, он идет! Он идет! Морриса ранили. О, нет. О, нет, о, нет, о, нет, Морриса. Моррис, беги! Бегу! Моррис, Моррис, Моррис! Так, у тебя ХП отрегенится, еще нормально? Окей, окей, аккуратно, прячься сюда, братан, сюда! Я его видел. Он за Викой пошел, слышишь? Чувак, нам быстро нужно искать. Стоп. Пошли посмотрим. Ой-ой-ой. Так, мы забыли сказать вам, друзья, когда меньше 6 или, ну, меньше 6 или равно 6 хп, вот справа там есть табличка, то тогда мы автоматически ложимся, и маньяк может нас подобрать. Секунду. Так, мы продолжаем. Я кое-что забыл положить в инвентарь. Так, а где Вика, как ты думаешь? Я вообще не знаю, я не видел, где они куда побежали. Ну, у Вики сейчас 20 хп. Все, пошли вон те дома полутаем, которые там вдали. Может, что-нибудь найдем. Потому что я не знаю, где эти колеса, чертовы. Надеюсь, тут есть что-нибудь у нас. Тихо, вон, смотри. Вон Вика. Ой-ой-ой. Блядь, ё-моё. Да, я вижу. Смотри, я меч нашел. Меч и свечу. Так, свечку. Свечу я нашел тоже. Так. Тут больше ничего нет? Меч нашел, слышишь, Моррис? Да. Вон, смотри, вон они плывут. Вон, видишь вдали? Вика-то уже заплыла, а этот еще плывет. Так, если что, помнишь, да, вот что тут есть. Ага. Вот что. Ну, блин, да, это. Я, знаешь, не люблю такие нычки. Знаешь почему? Потому что туда залезешь, и тебя захерачат жестко сразу. Как-то не вовремя. Погоди, стой, тут еще сундук. О! Вот. Меч. Я еще один возьму, совмещу их. Ага. Ну ты возьми меч-то. А, тут еще один? Тут еще один лежит, да. Пошли. Все, у меня прочность на мече 4, отлично. Если что, станет смогу. У тебя 0, да? Ну да, да, там у меня изи меч. Окей, пошли на ту сторону, посмотрим, где у нас Эмеральд и Вика. Если что, поможем. Только я что-то ни Эмеральда, ни Вики не вижу. Так, смотри, это что у нас? Еще домик один. Мы тут были, нет? Нет, это же другая сторона. О, меч. Совмести меч. Ага, окей. Так, я пока наверх залез, может там что-нибудь есть. А слышишь, как они совмещаются? Просто... Просто в инвентаре их сложи. В инвентаре сложи их, и получится более прочный меч. Где у нас Вика? В принципе, показывается, что у нее ХП, ну, нормально, много. Ну да. Погоди, дайте я все-таки полечу. Хотя, не, потом полечу, потом. Ну, у меня есть здесь что-то. Не надо пока тратить, да, медкит, потому что у тебя 17 хп, ну ты не очень здоровый. Да, если что, я сразу, как бы, если меня ударит, я заюзаюсь. Ну да, чтобы было нормально поровну. Он, если что, восстанавливает 10. О, еще меч. Ну, давай. Еще один медкит, на, возьми, у меня потом же два медкита. Я еще совмещу меч. Так, еще совмещаем меч. Так, у меня теперь... Ага, так, там еще нычка одна. Если что, у меня 6. 6 прочности на мече, это много. Ты можешь просто отхерачить его. О, колесо нашел, смотри. Отлично. Давай, так, бери. И медкит один, на половину использованный. Пошли. Поставим тогда колесо сразу.
по идее, он должен пасти вот такие места, где... Ну да, колеса, а что-то Эмеральд вообще не пасет. Может, вот в колодец еще что-то положил, я просто не знаю. Мало ли. Блин, чё, стрёмно. Чувак, там реально стрёмно. Давай, давай слазим. Давай, давай, давай. Окей. Если чё, я крикчу. Крикчу. Кукареку. Тут ничего нету. Тут ничего нет, чё. Тут пусто. Окей. Так, где тогда... Где вообще Вика и Эмеральд? Я что-то понятия не имею. Он ее что-то не дамажит. Хм. Так, тут у нас что-нибудь есть? Нет. Так, вот тот домик там что-нибудь есть. Стой! Он в том доме впереди. Ребятишки, ребятишки, вы где? Сука. Дядя Маньяк ничего плохого вам не сделает. Блять. Я всего лишь дам вам конфетку. О, сука! О! Такс, а кто это у нас здесь лежит? Сука, иди отсюда нахер! Иди отсюда! Нет, эй, нет, нет, я не могу вылезти! Я не могу вылезти, твою мать! Дяденька тебя не обидит! Твою мать, пошел нахер! Вот ты сука! Отстань! Ох, мразь! Все, он меня потерял? Так быстро? А че он там? Пасет что-то? Морис, пошли колесо поставим. Морис. Сука, да иди ты нахер! Блять! Морис, ты где? Ну подойди, ну подойди. Да иди ты нахер! Обещаю. Отстань, нет, не надо мне твоих обещаний, пошел нахер. Сейчас спрячемся от него. Сука, замансить не получится. Сука. Ой-ой-ой. Блять, он бежит. Он бежит, блять. Да иди нахер. Ты бежишь, ты же убежишь от меня, зачем? Я и хочу от тебя убить. Нет. Опа, эй! Морис, беги! Морис, эй! Морис, убегай! Скотина такая, чтобы тебя съели волки в этот долбанный шум! Вон он, вон он. Стоит у меня. Морда опустила. О, да. Отлично сработано, Морис, молодец. Прям командная игра. Поставлю пока, пойду колесо одно на машину. Так, и найду Вику, я не знаю, где она. Где у нас Вика? Вика, Вика, Вика! Я сзади. Мы нашли колесо. Мы нашли колесо. О, офигенно, вы где? Что? О, это тебе. Да у меня все норки здоровые. Морис! Ребята, я вас нашел. Отлично. Отлично. Давайте. Может, это здесь у меня. Такс. Тише, давайте. Я его упала, и я прыгнула в воду, от него убежал. Да я, мы видели, у меня одно колесо, пошли его поставим. Идем, идем. Смотрите-ка, вот. Машинка, сейчас поставим одно колесо. Мы, кстати, я совместил себе 4 меча где-то. Ага. Неплохо, неплохо. Так, вот. Одно колесо стоит, отлично. Так, второе нужно еще поставить. Так, о, Морис. Знаете. Ну. Я нашел, знаешь что? Я ружье нашел. Да, опа. О. Слушай, может. У меня патронов нет. Блин, ну окей, ладно, я тогда у себя подержу его. Если что, у Мориса, блин, меньше всего ХП. У тебя есть аптечки, дружище? Ну да, я не знаю, заюзать, мне кажется, пока, ну, лучше не юзать. Ну да, я половинку просто Вики отдал аптечки какой-то. Не-не-не, у него две аптечки. У меня две. Да. Так, пойдемте тогда пока что посмотрим. Потому что я видел, он там дом какой-то пасет, видимо, там колесо лежит. Что-что? Полностью восстановиться он не может? Маньяк? Нет, Морис. Морис может. Нет, ну может. Только аптечкой. Вот, кстати, это клетка, в которой он должен нас поймать. Вот так она выглядит, то есть он его туда нас заносит. Давай я тебе дам мою аптечку, ты полностью восстановишься, ты не делай, что у тебя 17 хп. Да не, нормально, да, 17 это нормально. Короче, все, я, чтоб не беспокоилась Вика, я заюзал. Окей, окей. Все нормально, все нормально. Ну, пойдемте, тогда посмотрим, где Эмеральд у нас. Он потому что пасет один дом, это я не знаю, что он там забыл. Видимо, там колесо. Это, понимаете, это последний его шанс нас как-то выследить. Как-то нас поймать. В смысле? Потому что если... Ну, если... все, это еще одно колесо, и я так понимаю, мы сможем отсюда свалить. Да, да. Да, все. Опа! Уходите! Ой-ой-ой. Не, Эмеральд какой-то тупой. Ребят! Сука! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, у меня три... Да пошел ты нахер! Ой, 14 хп у меня. Ой, это вообще не круто. Ага. Я могу его напугать ружьем, точно, чуваки. Смотрите. Смотрите, что я придумал.
Сейчас напугаем Эмеральда. Чего убегаете? Так, я пока зайду, посмотрю, может там колесо? Так. Колесо! И меч. Отлично, сумме еще два меча. Раз. Два. Оба! Новый меч. Отлично. Так. Стой! Останови! А, сука! Меня где-то КП. Ой-ой-ой, я заюзаю аптечку. Эй, пошел нахер! Куда ты бежишь? Куда, куда? От тебя подальше, я колесо спиздил, ага. Зачем ты бежишь? Уходите, уходите! Да, блядь. Уходи, уходи, уходи! Он идиот, смотрите, он идиот. Ты украл колесо? Я украл колесо у него, пока вы его отвлекали. Офигеть. Эмеральд изичный маньяк. Да. Просто Донарина, сука. Он стоит, пасет одно колесо и все, понимаете? Ну все, Эмеральд у нас всосал. Так, только надо Морриса найти. Стоп, так. Так, репэр колеса. Он нас не преследует, возможно, он нашел Морриса. Возможно. Так. Вон, он вдали, слышишь? Так, нужно найти. Моррис? Вон он вдали, видишь? Сука. Там... Надо Морриса найти, без него уходить нельзя. Ребятишки, куда же вы? Сука, отстань! Куда же вы бежите? Отстань! Ну не убегайте от меня! Хочу я убежать! Зачем? Не убегай, друг! Хочу с тобой дружить! Я хочу с тобой подружить! Что с ним, блин? Нет, отстань! А, сука! Ой-ой-ой! Блять! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ах ты сука! Иди нахер! Стой, остановись! Я в тебя выстрелю! Я в тебя выстрелю! Сука! Ой, не-не-не-не-не-не-не! Ах ты мразь, блядь! Ах ты мразь, сука! А ты мразь, сука! Куда ты меня ведешь, а? Куда? Это мразь, блядь! Эй! Чуваки, есть кто рядом? Он меня сейчас в клетку посадит, блядь. Он меня сейчас в клетку посадит, сука. В котором тепло, красиво. Да пошел ты, закрой рот, блядь. Чуваки, помогите, блядь. Тебя никто не обидит. Помогите, он меня сейчас в клетку, сука. Ах ты мразь, сука. Ах ты мразь, блядь. Ну как тебе твоя новая однокомнатная квартира, правда? Охуенная. Охуенная, братан. Мне очень нравится. Хорошая квартира, да. Не волнуйся, я твоих друзей я тоже поймаю и подселю к тебе. Не ссы, не ссы. У наших друзей уже колесо поставлено, если что, они уедут. Понял, ублюдок? Блять. Короче, чуваки, как я отсюда буду выбираться? Никак. Он что, кемперить будет меня? Эй! Ну ничего, я тут хиляться могу, это самое крутое. Да-да-да! Быстрее упускай, он стоит, кемперит меня! Моррис, быстрей. Убегай. Все. Сука, он идет сюда. Подожди, иди сюда, малышка, давай. Пошел. На, блядь, вот тебе девочка. Ах ты. Уходите. Машину, быстро. Быстро, машину, где Моррис? Где Моррис, сука? Вы неблагодарны. Где Моррис? Вылезай из машины. Чуваки. Блин. У меня 6 хп. Что? Девочки, давай с тобой расправимся. Моррис! Девушки, ой, я сейчас спрячусь, короче. Я сейчас спрячусь, чтобы Эмеральд меня не нашел. Я не знаю, где Моррис. Моррис куда-то, блядь, ушел. У Эмеральда еще 6 хп, это жесть. Так, окей. Я уже посидел один разок в клетке. Я пока отползу. Моррис! Мне нужно, чтобы меня кто-то поднял. Так. Я ее купил на свое 80-летие. Что он там несет? Окей. Так, я не знаю, где Моррис, но... Все-таки... Вон Моррис! Чуки, поднимите меня! Моррис, подними меня! Где? Я в траве, здесь! Я... Вот, видишь? Аптечка есть? Я внизу, вот. Аптечка. О, отлично, спасибо. Фу, блин, чел, жесть, это стрём какой-то. Я вижу. Я сейчас жестко запаниковал. Так, Моррис, у нас есть машина. Давай, вон, Вика бежит. Залезай.
Вика! Вика, залезай! Залезай! Я вам покажу! Залезла? Вы не убежите никогда! Залезли все? Да, все. Все, отлично. Готовь. Все, убегай. Я помню, налево. Эмеральд, пошел нахер. А где Эмеральд? Все, минус Эмеральд. Фу, отлично. Так, Морис, Вика, вы здесь? Да, все, давай. Отлично. Фу. Давай. На самом деле, меня два раза положили, это было стрёмно. Меня даже в клетку запихнули. Но Эмеральд у нас донный, поэтому он... Да, он всосал. Меня сразу даже не ударили. Ну, значит, так играл. Он за мной бегал, но ни разу меня даже не ударил. Но зато нет, я его спас. Морис меня в конце спас, спасибо ему огромное. Мы даже не нашли патронов на дробовик, но вот такие дела. Сейчас, тэпнем сюда проигравшего. Ребята, как вы? Привет. А ты где, Эмераль? А я здесь. Я фантом невидимый буду, меня никогда не увидим. Не, ну, сейчас мы тебя увидим. Полег, давай. Полечись. Ты не против, что я вот так вот странно за тобой бегал, как будто я... Это наоборот классно. Да. Молодец. Потому что я насмотрелся фильма про маньяка. О, класс. Все, спасибо. Давай обнимемся. А, вот он. О, все, обнимаю. Так, короче, Эмеральд у нас играл вот за такого вот охотника. Добавим ему в будущем, чтобы он мог капканчики еще ставить, чтобы всякие попадались. Негодяи. Я лучший маньяк в мире, я так считаю. Ну, нет. Даже Морис пизже сыграл, чем ты. Хорошо, ну, Морис, он вообще крутой актер, но... Я не знаю. Да. Короче, чуваки, Эмеральд нас, будем считать, прям отпустил. Правда, он меня один разок все-таки в клеточку-то посадил, но... Я бы тебя убил, если бы не Морис. Да, не, Морис вообще меня... Блин, Морис спаситель, и... Все-таки он будет. Он да, будет. Я просто видел этот момент, когда тебя он поймал. Да? Я проследил за вами, да. Горит от этого, горит, понимаешь, горит, я не могу. Это будет интересно, потому что, чуваки, вы можете посмотреть видос у Морриса, Эмеральда и Вики от их лиц, и это будет очень интересно. А то, черт возьми, у меня просмотров нет, посмотрите у меня на канале, вы, пожалуйста. И ты, ублюдок, ты добавь ссылки на всех, понял? Хорошо, добавлю. Я полетела такая туда, и вижу такая, спасает. Я так обрадовалась, что наконец его соединение. И тут появляется вот эта вот морда выплывает. Вот это мразь, не. Нет, уходи отсюда! Маньяк был повержен. Короче, чуваки, всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Всем пока! Боже, оно сейчас тут появится. Пишите комментарии, там лайки ставьте, подписывайтесь на всех вот этих ребяточек. И... Всем спасибо за просмотр и всем пока! Стойте, смотрите, давайте взгромоздим лесенку. Я на Эмеральда, потом вы на меня, вот так вот. Все, кто не спрятался, я не видел. Морис, конечно, твое умение свеча, это очень круто. У меня морда страшная. Свеча. Ребят, мне кажется, я свеча затащил. Если ты свеча, мы проиграем.